25 июля 1980 года Владимир Высоцкий был убит врачом-реаниматологом Федотовым, который предоставил ему алкоголь, а затем ввел снотворное. В 2011 году сын Высоцкого Никита убил великого поэта и барда еще раз, сняв и выпустив фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Фильм, который российской интеллигенцией назван «кинодерьмом». В мае 2013 года, опять же, Никита Высоцкий подал иск в Хорошевский суд города Москвы с требованием запретить книгу «Высоцкий. Суперагент КГБ» о патриоте, защищавшем свою родину. Книга была написана писателем-историком Розаковым в соавторстве со мной. Я считаю, что Никита Высоцкий не вправе решать, что надо знать народу России о Высоцком, а что нет. Что надо читать, а что надо запрещать. Я призываю россиян зайти на сайт Хорошевского суда через электронную приемную и направить требования о в отклонении иска Никиты Высоцкого о запрете нашей книги. Благодарю вас.